Тагир спрашивает. Светлый Светлана, как изменения на планете действуют на автоному? Я бы сказала, наверное, автономы действуют на планету. Потому что люди, которые уходят от каких-то ограничений, наверное, они раскрываются больше в любви. И когда мы раскрываемся больше в любви, тогда вот этой вот светлой энергией наполняется все вокруг тебя. И, конечно же, уже не планета действует на тебя, а ты на планету действуешь изнутри, с любовью. Как это сказать, шедевральный ответ, потому что на самом деле наши ребята там и тучи разгоняют, и все, что хотят, если надо, наоборот, дождь вызывают, вот, и поэтому все больше и больше идет подтверждение, люди в чате об этом говорят, пишут наши ребята, девчата об этом всегда, что сначала кажется совпадением и так далее, а своим намерением, понимаете, вот такое состояние, что да, мы сотворцы, всемогущие люди такие, которые могут именно, как говорится, без ущерба кому-либо, во благо всем творить и объединяться. Самое главное, ребята, я прям чувствую это объединение с каждым разом все больше и больше. И вот несмотря на то, что вокруг меня не так много именно в данный момент единомышленников, и, ну, даже находясь в своем городе, но тем не менее, представляете, вот состояние, что мы все вместе, рядом, что нет никаких у нас там отдаленных расстояний друг от друга, это клево-приклево, я вообще рада.